Здравствуй, зритель дорогой, снова. Вот доставили мне еду. А не поесть ли мне на камеру, подумала я. А не поесть. И решила поесть. В смысле поесть. И я еще зафоткаю тут на фотик, когда это все сделаю, чтобы написать отзыв. Вообще, вот, как-то вот. В общем, тут у меня должна быть шаурма с курицей, потом мелкие роллы. И еще это, маленькая пицца. Это Такеши. С доставкой на дом. Очень милый курьер был. Пицца у них, кстати, в отличие от суши-роллы, точнее, пицца-суши бургерной нашей, была в этой такой сумочке. Он мне протягивает пакетики, оплачиваю картой, значит. И говорит, а у вас что, уже все, у вас же была пицца. А я говорю, а я думала, оно все тут. Потому что там вот, допустим, доставляли вот в этом пицца-суши-бургерное. Просто в коробочке. А тут коробочка в специальной сумочке, чтобы оно это не отсыло по пути. У нас тут целое это самое. Тут у меня вот такие замечательные маленькие штучки. Так, тут у нас палочки. Дофига этих салфеточек. А потом еще какая-то штуковина. Наверное, здесь это самое шаурма. Пакетик. Я сейчас это все распакую, потом засниму и буду кушать. Теперь у меня есть халявная фольга. Кстати, тут две этих шаурмы почему-то. Они, у них всегда две шаурмы или это шаурма бонусом? Я у них ни разу не заказывала на дом. Ну, как-то заказывала чисто вот эти роллы и взяла с собой, когда что-то покупала там, шастала по магазину, куда нигде не есть. Вот у нас тут эта пицца. Маленькая, как раз мне хватит. Так, надо это все разложить. Я сейчас приподнимусь и зафоткаю. Забыла совсем, что этой камерой в свое время на эту камеру Сонька младшая. Я на нее писала видосики. И, короче говоря, стала включать, думаю, что же у меня пишется-то, а не фотографируется. Так вот, чтобы все вышло. Вотя. Вотя-вотя. Теперь мы будем хавать. Я, конечно, ничего не согрела себе, никакого чая. Какая отличная пицца. Пицца называется Цезарь Мини. Так, видно тут, не видно. Надо ноут, может, убрать куда подальше. Сдвинем его чутка. На ноуте я вообще собралась монтировать. Мышка не отключена. Этот самый ролик, который до этого снимала, он, наверное, раньше придет на YouTube. Но пришла еда. Пришла еда, отворяй ворота. Я решила, почему бы не поесть. Потому что еще меня как-то просили уже это поесть. Я вроде как еще на эту камеру не ела. А тот ролик я писала, кстати, с микрофоном. Я так поняла, что если микрофон стерео, а камера стерео или пятиканальная, то камера записывает как вот стерео через микрофон стерео. То бишь, если все-таки люди сподобятся мне задонатить на микрофон, который для АСМР, пусть он тоже будет пятиканальным. Надо будет, короче, выбирать. Но мне-то как-то удобнее на камеру писать без петлички. Это уж чисто, если кто там что-то хочет. Как у меня булькает живот. Вы вообще слышите? Он очень хочет кушать. Так. Пицца. Очень вкусно. А о том, как я ее заказывала, и что мне сегодня учудил кот, вы узнаете в предыдущем ролике. Если вам, конечно, интересно. Не горячая, не холодная. Вот самый раз. Вот. Бывает, когда в самом кафе закажете пиццу, и хрен ее подтерешь, она очень горячая. Тут у нас, короче, ветчина, помидорка, грибы, сыр и чесночок. Ну и еще булочка. Наверное, какой-то соус. А
Вообще, я у них ни разу пиццу не заказывала. Никогда в кафе были с ТКН, никогда другой подписчицей были в кафе, бывшей тоже подписчицей. Кончик ножа чешется. Салфеточки же есть. Думаю, где бы взять платочек? А у меня тут горе салфеточек. Горе салфеточек. Короче, пицца 140. Вот это счастье 130, кажется. До 150 у них можно купить со свининой. Эту самую штуку. Шаурму. И вот это 75. Там просто лосось. А есть лосось копченый? Я просто подумала, пусть будет лосось, который просто лосось. Потому что просто лосось, он как бы соленый, а копченый фиг знает. Может, он не особо. Все, надеюсь, нормально запишется. Я, правда, не уверена, что камера уловит твой этот самый мой звук хавания. С другой стороны... Попобольные, которые любят смотреть, как люди хавают на камеру, но при этом не любят слышать, как люди хавают на камеру. Странные же бывают люди. Не будут вопить. Кстати, что хочу сказать, тесто тут вкуснее. Чем у пицца-суши. Хорошо, что я ее выбрала. Но с чесночком такой офигенно вкусно. Тесто тоненькое. Видно, что сами пекли. Вот так поджаренное тут местами. Вообще, меня там ждет гора посуды еще со вчера. Ну, кстати, что хочу сказать. Вот пиццу сравнивать с пицца-суши. Там, когда она, скажем так, застыла, ну, в смысле, охладилась, а замерзла. Как она? Остыла, наверное, да. Правильно, да. У нее тесто становится жестким. Как если бы вы брали в каком-нибудь магазине замороженную пиццу, сували ее в микроволновку, а потом ели. А здесь вполне нормально. Как если бы сами пекли. Ну, пекли, допустим, какие-нибудь ваши родственники. Что у меня там за звуки? Чтобы прежде у нас не пошел. Я ему хорошо на половину пакетик разделила. Мы уже вчерашний, это протишу. Паштет, его было много. И он пока его этот не съел, паштет, он не оторвался. А был беременный. Ну, я ему дала на пробу этого шеба прежде. Он что-то ел, так потом ходил, ногами двигал. А Хрискас пошел нормально. Сухой. Учитывая, что иногда у меня как-то очень много просыпется. Хочешь немножко насыпать, как и надо, а насыпется прям на всю жизнь. Ты что-то, да? В общем, у меня была овсянка, ну вообще не овсянка, а ячменная кашка такая, хлопушками. Которую я как-то обозревала вроде где-то уже. На молоке сваренная. Я ему немножко ее смешала с этим шеба-плеже. И он внезапно как-то сожрал кашку, а плеже частично оставил. Хотя пахнет оно офигенно. И выглядит как гуляшек такой человеческий. Ну, в смысле, для людей.
разница. В Такеше можно заказать маленькую пиццу. Самая маленькая пицца больше этой пиццы-суши. И любой пицце, я так поняла, пицца-суши кладут маленькую такую коробочку соуса. Но он как бы не к месту вообще. Но эти вкуснее теста. И, кстати, там прованские травы в той пицце, у пицца-суши, их не указывают в составе. Но они есть, и мне от них как-то фигово. А есть, прованских трав нет, тут какая-то приправа, но она явно не те самые травы. Я все как-то это, сомневалась у них пиццу заказывать. Вот. Зря сомневалась. Мне, конечно, чуть дальше от меня находится, чем пицца-суши. Самый прикол, я не знала, что когда работала у сестры магазина в предыдущем здании, когда было дело, у нас было два магазина. Все хотела на обед сходить или заказать себе в магазин обед в Такеши, не могла понять, где они находятся. Оказалось, Рыбинское шоссе, это как раз то самое здание, причем этажом выше, чем я сижу, сидела тогда, даже на полтора, ну пол этажа. С одной стороны вот так этажа, с другой стороны вот так. Можно было чуть-чуть подняться на середину третьего этажа и заказать себе еды. Меня как-то подружка встречала с работы, и мы пошли гулять, я говорю, вот то-то она, Лёля, ты глянь, вот здесь вот вывеска, ты что мимо ходишь? И я мимо ходила этой вывески и даже не замечала, что там написано Такеши. Время работы, где они находятся. Вообще, через пол этажа. Вот каково это быть лохом. Мини-пицца, оптимальный вариант. Слопала, ничего не осталось. Как я закрылся. Надо было все же поставить чайничек. Наверное. Ну так как мне это все равно монтировать, то я сейчас поставлю на паузу. И пойду включу чайничек. Я эту штучку сейчас попробую сначала. Интересно, почему тут две их? Так задумано. Или она сюда целая не влезла? Желтенький какой-то соусик. Прикольно, она такая желтенькая. Я у них когда в группе лазала ВКонтакте, там, видать, их кто-то достал с этой шаурмой, написали, мы ее не жарим и чего-то там. Желтенький лавашик. Первый раз такой вижу. Ну, как бы тебя есть-то так, чтобы ты не упала никуда. Или, может, я заказала, она двойная была, у них это... Что-то я не знаю. Надо будет на сайте глянуть.
Почему ее дверь? Может, ее достать как-то вот так? Конечно, вы скажете, что можно самой заварять. Я даже как-то, когда у меня был еще винегрет, смотрела, что можно этот винегрет зафигачить в лаваш и в микроволновку сунуть. Но потом выяснилось, что у меня лаваш я забыла купить, во-первых, а во-вторых, винегрет у меня умер, потому что я забыла про него. Ну, как бы надо было съесть пораньше. Тут что есть, квашеная капуста. Ну или как вот делают салат, имитируя квашеную капусту. Ой, меня тут протекает на эту самую. Сюда можно подположить. Вот сейчас я вот это захаваю и пойду за чай. А может быть уже чаю попью без камеры. Как бы я тут вас удовлетворила в вашем желании посмотреть, как я ем. Чтобы вдохновиться и самим поесть. Тут у нас этот жуткий имбирь и васаби. Если буду еще у них заказывать, то в следующий раз попрошу, чтобы не клали этот самый имбирь и васаби. Так, как тебе открыть-то, чучело? Бэм. Открылось. Видно бы я. Люблю вот такие палочки. Их разъединять не обязательно. Но иногда у меня получается и нормальными палочками жракать. У меня даже есть палочки, специально купленные еще в Окинаве. Специально многоразовые палочки такие. Конечно, можно запастись все-таки этой ноли, но я все что-то ее никак не куплю. Купить себе рыбы и замаять. Я даже думала купить себе этот рисовый уксус и заварять уже как-нибудь этих правильных нигири. Что за мошка тут летает, смотри, мошка. Ой, я ее развалила. Вот, жить удалось. Ой, сейчас обвалится. Ой-ой-ой-ой. Хорошо, что я ем в этой мисочке. А то бы у меня тут все нахрен мокрое было.
что таки не всегда с дуэльными палками удобно брать. Безопасно в этом плане, чтобы не развалилось. Да? Ну что, спасибо вам за компанию. Пойду я чайник поставлю. Всем пока и приятного аппетита!